Так, всем привет. Это усилитель Roxxan K3. Хотел показать, как Bluetooth работает, но, к сожалению, не получилось, потому что при включении видео воспроизведение музыки на телефоне отключается. Ну ладно, это бог с ним. В общем, Bluetooth работает. Так, сделаем чуть погромче. Bluetooth от Rubons. Это обычные стандартные песни с компакт-диска на входе CD. Вот у нас проигрыватель стоит немножко в сторонке. На нем крутится компакт-диск, с него провод идет. Вот сюда вот стандартный вход. Аналоговый провод во вход CD. По нему сейчас идет музыка. Так вот у нас сзади все устроено. Вот о чем указано в объявлении. Вот, утеряна антенна Bluetooth. Но у меня телефон без проблемы без антенны подключается. Только далеко от усилителя телефон уносить нельзя. Портится сигнал. А вот при включенной обычной FM антенне телефон можно и далеко уносить, эксплуатировать в обычном режиме, и сигнал не сбивается, все стабильно работает. Ну, это все стандартные функции. Байпас, АВ. Это там в паспорте, в описании все есть. Вот такая вот штучка у нас тут сверху сделанная. Такой пультик. Элемент питания таблетки. Так. Такой вот дизайн панели несколько необычный. Не просто фреза, а как будто бы, не знаю, кистью провели по алюминию. В общем, такой вот усилитель. Звучание отличное, модель современная. Но этот Bluetooth, я не знаю, зачем они воткнули Bluetooth, но... Есть и есть, и работает, и бог с ним. Вот. По Bluetooth качество звука, естественно, никакое совершенно. Я не знаю, может, есть какие-то приложения, которые по Bluetooth передают хорошие, высококачественные исходники. Но я вот стандарт включил, там MP3. То есть, как бы, слушать неинтересно. А вот по обычным аналоговым входам, ну, просто отлично. Тут и мощи на этом усилителе до дури, просто до дури. И принципиально звук отличный. Ну, а магазинная цена не очень комфортная, ритейл. Но тут ничего не поделаешь. Тут из-за разницы курса рубля и доллара. Как видим, там трансформатор такой вот огромный стоит. Но это в обзорах вы все видели. В обзорах Борзенкова там и прочих. Здоровенная такая шайба. В общем, усилитель в порядке. Все работает отлично. Звук отличный. К сожалению, не сохранилась коробка. Но состояние полностью норм. Вот тут вот у нас
чуть-чуть. Такая царапка есть на ребре, но это, я думаю, мелочь. В общем, можно не обращать внимания на такие мелочи, учитывая разницу с ритейлом, с магазинной ценой. Тут за БУ дисконт сумасшедший совершенно, так что... При том, что усел полностью рабочий. В общем так, усилитель стандартный Roxxan. Вот. В наличии. Состояние полностью хорошее, отличное. Звучит отлично. Как говорят, сборка это английская. Великобритания, в Англии собирают. В общем так, пока объявление висит, усилитель в наличии. Кому интересно, пожалуйста, приобретайте путем обмена или за наличку. На этом все. За внимание спасибо. На связи.